Ребятки, всем привет, с вами Дава Дым. И сегодня мы откроем вот такую вот коробку от компании Хука Маркет, либо другими словами, Вандал Кит от компании Хайп. Не тот самый Хайп, который хайприм, а просто Хайп. У компании Хайп появилась новая услуга — архивация коробок Винрара, потому что компания SDEC не могла мне такую коробку прислать, где все хуям разъебано. Поэтому я подумал, а давайте-ка мы ее откроем вместе с вами и посмотрим, сломалось ли в ней что-то, или же ничего в ней не сломалось. Что нам нужно? Нам нужны ножницы и, собственно, сама коробочка. Мы сейчас сделаем анбоксинг и попробуем забить и покурить, и посмотреть, что же из себя представляет чайная кальянная смесь Хайп. Давайте открывать. Я, правда, уж не знаю, с какой стороны эту коробку открыть, чтобы она открылась правильно. Потому что такого дерьма компания SDEC еще не делала. Я, конечно, в рот ебал того грузчика, который все это сотворил с коробкой. Ну, в целом, я, конечно, подзаебался, но я думаю, у нас все получилось. Поэтому давайте мы дружненько с вами посмотрим, что из нас представляет тот самый Вандал Кит от компании Хайп. А Хука Маркет, короче, сложно, да? Давайте, я сейчас могу достать некоторые элементы. Будем доставать потихонечку. Так, у нас есть вот такая вот сумка. И на этом все. Давайте потихонечку посмотрим, что это у нас. А, ну здесь обычный лист заказа, он нам не нужен. Давайте открывать эту штучку. Hello, my name is Dava. Давайте смотреть, что у нас в этом чехле есть. Так, ну, как говорится, с Богом, посмотрим, что нам подготовили. У нас есть, сейчас вот это вот сюда положим. Первым, что бросается в глаза, это вот такая вот настоящая полноразмерная бита. А, расписана она вручную. Есть тут, собственно, шильдик Хайп. Сделано все очень круто. Битка прям топчик. Можно разносить ебальники. Есть бумажка, где, как я понял, есть основная информация по этому моменту. Давайте почитаем, что такое Хайп. Прям как у царя, блядь, как у царя, нахуй. Ярко, кисло, сочно, хуёчно. Давайте смотреть. Привет! Искусство на улицах, душа, общественность – это место, где каждый может выразить себя и стать частью облика большого города. Несмотря на красоту и свободу, улицы могут быть опасным местом, поэтому команда Хайп собрала для тебя Вандал Кит. Надеемся, что ты по достоинству оценишь наш продукт, и мы можем рассчитывать на твою поддержку. Кратко о чайной смеси Хайп. Вот чего-чего от Хайпа я не ожидал чайной смеси. Объясню для немного далеких. Этот Хайп не тот Хайп, который хайприм, который из Новосибирска. Это совсем другой продукт, он от компании Хука Маркет. Грубо говоря, от Хука Плейса, да? Так, формат упаковки 50 грамм, 195 рублей. И 25 грамм, 130 рублей. В ближайших планах выпустить упаковку 250 грамм, соответственно, до кальянных, да? Потому что с ними гораздо удобнее. У нас здесь есть 8 вкусов. Вот эти слова rave, vibe, хуяй, мубубай, блять, очень... Сразу понятно, что как будто компания Darkside тоже здесь немного приложила свою руку. Смотрим дальше. Что у нас есть в этом пакете? Я как Дед Мороз. Так, достал. Это у нас, скорее всего, футболка Вандал. Она черная. Я вам объясню, почему она идет черная. Потому что на ней можно заебенить трафарет. А вот, собственно, трафарет. Ну, который уже, в принципе, не пригоден для его использования, потому что SDEC красавцы. Да, его очень помяло, и этот пластик будет очень сложно выровнять так, чтобы картиночка была четкой. А, есть балаклава черного цвета.
Интересно, я похож вот так вот на какого-то гэнгстера, убийцу, да, криминалист, там, криминал? А вот так вот я похож, если я одену очки, я буду похож на убийцу, на грабителя, меня будут бояться. А если я возьму биту вот так? Напишите в комментарии, меня будут в очках бояться или же будут думать, что долбоеб, хипстер просто страдает хуйней. Есть баллончик с краской, тоже брендированный хайпом. Очень круто. Vandal Kit Paint. А, у нас здесь есть еще один баллончик черного цвета. А вот и, собственно, сама смесь, которая каким-то образом смогла протечь. И в следующем дубле, когда мы будем все это раскурить, я вам уже покажу чистые красивые пачки. Маленькие 25-граммовые пачки, которые тоже протекли. Давайте, ребяточки, я пойду сейчас все это забью и попробуем какой-то из кусков раскурить и посмотреть, что же из себя представляет чайная смесь Хайп. Ну что, ребяточки, я отмыл все пачечки, они теперь снова чистые. Знаете, что самое интересное? Я так и не понял, от чего они протекли, потому что все пачки герметичны, я проверил. И от чего они протекли, непонятно. Но да хуй с этим. Мы не пидоры, и помыть нам несложно. Но сам факт того, что там был сироп, немного напрягает. Хайп идет вот в таких вот пачечках. А вот так вот выглядит 50-граммовая пачка. А вот так вот выглядит 25-граммовая пачка. Скажу вам сразу, по внешнему виду, отстой. Прям отстой, отстой. Прям, да, блядь, говно, говно. Вот реально, вот пачка говно. Когда-то многие ругали других производителей за пакеты и говорили, ебать, говно, как можно было такое выпустить? И в итоге... Вот вам. Не яркая, не примечательная, то есть очень сложно ее, наверное, скорее всего, будут выровнять, если будут они приходить в таких же коробочках, да, вот такой же, как у меня, от Дековской коробки. 50-граммовая пачечка вообще невзрачная, то есть, ну, ее просто тупо вообще не будет видно. А открываются они хорошо. Пока кальян наш греется, я вам порассказываю. Открываются они здорово. Оторвал, как положено, все выложил. А... Я забил сейчас себе чашку, 20-граммовую пачку, вкус французских булочек, да, вкус называется бриош. И что я увидел, когда открыл пачку? То есть, да, здесь изначально уже написано, давайте я вам прочитаю, что вообще на обратной стороне пачки написано. Чай, глицерин, натуральный ароматизатор, никотин, не содержит системные яды. А теперь здесь есть маленькая такая аннотация вообще к продукту. В основе продукта премиальный китайский бирюзовый чай, в чем я, в принципе, не сомневаюсь. Крупная нарезка позволяет экономично использовать наш чайный бленд. Что касается крупной нарезки, то, ребят, это будет, наверное, самая крупная нарезка вообще за всю историю, там, не знаю, 18-го, 19-го и 20-го года. То есть, крупнее этих листов, блядь, я еще ничего в жизни не встречал. Наверное, кроме, блядь, солюма и тамбака. Также подходит для любых типов чашек. Разместите смесь в чаше, прогрейте 2-3 минуты. Примерно у нас сейчас таки прогреется. И вы сможете наслаждаться идеальным вкусом. Ну и, конечно же, мы рекомендуем угли Хайп. Ну, как без этого? Правильно все делают, маркетинг все решает. Так вот, мое впечатление о пачках и о самом вообще табачном листе в чашке. Скажу так, пачка, как я и говорил, уже просто говно. Сам чайный лист реально очень крупный. Но помимо крупного чайного листа, во вкусе булочка брешь, которую я забил, я там нашел два примерно вот таких вот бревна, как мои пальцы. Ну, наверное, чуть тоньше, да, но по длине они были прям ровно в пачку. Меня это немного смутило, и я подумал, бля, ебать, что это такое? А потом уже прочитал и понял. А, ребята же предупредили, все нормально. Теперь, что касается 25-граммовочки, она реально очень удобна, потому что в мою чашечку а-ля апгрейд от Smoke Lab залезла ровно вся пачка, ровно эти 25 грамм, и в пачке осталось нихуя. За это Хайпу отдельный респект, что они стали ебаться с 35 граммами, с 29 граммами, да, а сделали 25 стандарт, заебись.
Что касается ароматики, то булочка бриош пахла очень здорово, но я вам скажу так, что очень сильно это похоже на чебаку. Очень-очень сильно похож на десертный вкус от компании Чебака. А коктейль из ягод. Вот мы его так вот открываем, и он открывается хорошо. То есть сразу, да, и мы сразу видим табак. Вкус прикольный, но, как говорится, он там свидетель, но, сука, это прям Чебака-Чебака. Давайте я, наверное, начну взрывать. Это мое первое знакомство с продуктом Хайп и, собственно, с Вандал Китом. Напомню, я забил десертный вкус булочка бриош, да, там, французская булочка. По крепости она есть, то есть мне немножко давит по горлу. Прям вот чуточку я чувствую, что реально ей возможно... Кого-то это будет прям накуривать, да, но не в меня и не в данном случае, и не в данное время. Здесь используется чайный лист китайского бирюзового чая, и в принципе он вообще не чувствуется. Чувствуется аромка, чувствуется все остальное. В плане вкуса тоже вообще прям норм-норм. С дымностью тоже, в принципе, хорошо. Я сейчас не чувствую вообще никаких каких-то негативных моментов, именно во время курения уже, как я начал курить. Вкус не яркий, но вкус очень мягкий. Он очень приятный, он теплый и приятный. Что касается самого табака, с ним было легко работать. То есть я его просто забил. Я даже не делал колодец в табаке, потому что лист очень крупный, и он по-любому никак плотно друг на друга не ляжет, как это у тех табаков, у которых прям final cut, прям, знаете, прям мелко-мелко такой порошочек. Здесь как бы с этим все проще. И, наверное, я думаю, давайте подведем какие-то итоги. Давайте, наверное, начнем с минусов. Минусы. Пакетик. Пакетик реально уебанский. Он мнется, что пиздец. Далее, цветовая гамма, но она какая-то прям вообще не хайповая, пацаны. Вообще не хайповая. Далее, минус еще заключается в том, что если у меня в одной пачке, и она у меня оказалась рандомной, я открыл, оказались бревна, а как мы знаем, бревна в принципе не диагноз, с этим все нормально, да? То я уверен, что в 50-граммовой пачке будет уже 4 бревна, а в 250-граммовой, которая будет в дальнейшем, там будет уже 8 бревен. Желаю, конечно, чтобы такого не было, но это мои предположения. По плюсикам давайте, плюсики уже будут касаться чисто табака, чисто самого продукта и его характеристик курения. Чайный лист, грубо говоря, один сплошной плюс. Нарезка, она возмущает, типа, как так? Но в этом есть суть, потому что забилось в чашечку все очень хорошо. Аромка у бриош булочки тоже очень хорошая, и я уверен, что у остальных вкусов с аромкой будет тоже вообще без проблем. Если какие-то вкусы будут говном, то подписывайтесь на мой инстаграм, и я там обязательно скажу, что хайповский вкус, блять, лимона, говно. Я могу 100% сказать, какой там вкус говно. Это виноград, потому что я просто ненавижу виноград. Поэтому табак Хайп, Вандал Кит, конечно, очень жаль, что трафаретик получился вот таким. Я хотел им заебашить весь подъезд, все машины, собак, блять, кошек. На свою дочку на спину как раз вроде вот так вот подойдет от шеи до поясницы. Но, блять, трафарет не получился. Поэтому компании Хайп, компании Хука Маркет, огромное спасибо за Вандал Бокс, за балаклаву, за футболочку, за два баллончика. И за сам продукт, который, я думаю, быстро очень разгонится и станет популярным среди чайных смесей, которые сейчас просто отбавляй. Их просто дохуя.
Поэтому, ребятки, это вот такая вот домашняя студия. Что смог, кто собрал. Всех люблю, всех целую. Обязательно не забудь на меня подписаться и написать свое мнение об этом продукте. Пока-пока. Каким-то образом вся потекла. Да. Вандалы, блядь. Иди сюда, сука. Выходи, блядь.